Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и сегодня мы сыграем в игрулину от компании GameView. Последний раз мы играли в Archeage Begins, по-моему, от этой компании, если я ничего не путаю. Если путаю, делайте поправочку, если где-то что-то не так сказал. Вот, а игра называется Care of Light, вот так называется игра, если что-то неправильно произнес, также пишите, в принципе, вот. Значит, здесь был поединочек, я посмотрел видосик, вот эту вот заставочку, блин, она очень-очень длинная. Вот, и поэтому мы отправляемся сейчас. Также предлагались несколько бойцов, не знаю кто кого. Я выбрал самого первого, это лучник. Остальные еще двое были закрыты. То есть, вот, поиграем за лучника. Ну и, скорее всего, как раз вот этот состав команды вот с нами сейчас и здесь и тусит. Также нам предлагают сжать вот эти скиллы. В принципе, боевочка идет сама по себе. То есть, нажимаем мы только скиллы. Возможно, все будет также похоже на Archeage Begins. Рисовочка, все классно, все хорошо и прикольненько на самом деле выглядит, и поэтому насколько игра играбельна и понравится ли она вам, решать это, соответственно, вам, и также как она будет продолжаться или не будет продолжаться дальше сниматься. Единственное, что меня здесь заботит, о том, что здесь диалоги идут на английском языке, а английский язык я, блин, очень-очень плохо знаю, и, блин, практически можно сказать, что я его не знаю. Вот. Поэтому читать я вам не читаю. Если, конечно, вы знаете, просто нажимаете паузу, скрините там, я не знаю, просто либо на паузе читайте. Как вам удобно. Все как вам удобно. Значит, вот эти диалоги, мы это все прокручиваем, но смотрим все-таки видосик. Видосик, в принципе, там ничего такого не было. Вот этот вот челик, он бросил вот эту книгу. Так получается, девица. Книга была живая, и я не знаю, что-то произошло, и они наваляли вот этому вот чуваку, вот этому темному, темному будем называть его так, условно, да, и вот он опять что-то хочет нам сделать плохое. Плохое, да, он что-то гораздо в разы стал больше, если что. Очень-очень стал здоровый и еще злее. Топор у него какой-то. А, стоп, это другой чувак. Это же другой чувак пришел просто на помощь. Я думаю, вот это вот как раз чувак, это и есть глава. Но это было, видать, совсем не так. Нас обманули. Нас обманули. Вот, пришел еще более злобный чувак и, похоже, нам сейчас навтыкает. Нет, мы сбежали, ребятки, мы сбежали. А как же еще по-другому, как же еще иначе? В самом начале мы, наверное, вряд ли бы погибли. То есть это было бы нелогично. Нелогично, тем не менее, мы продолжаем играть. И у нас черный экран, да? Черный экран и диалоги — это все, что я люблю на самом деле. Посидеть в темноте, в тишине, да, почитать он книгу, я не знаю, любимую. В кавычках, я не читаю книги практически никогда. Ну, к сожалению, я не знаю. Читать вообще надо, но я как-то не знаю, мне не доходит до этого. Все свободное время я посещаю, в основном игры вместе с вами и не с вами. То есть вот как-то вот так вот все происходит. И до книг у меня дела не доходят. Ну, опять же, работа. Работа, семья и любимые игры. Ну и опять же, общение вместе с вами. Пока я тут иду диалоги, поэтому я пытаюсь вам что-то хотя бы чуть-чуть рассказать о том, что со мной происходит в жизни. Если вам, конечно, интересно, ну, может быть и нет. Диалог на самом очень деле длинный, и скип можно, конечно, пропустить. Вот так, давайте, наверное, мы это сделаем. И уже сразу же отправимся куда-то вот сюда вот. Потому что долго-долго смотреть видео — это как бы не очень круто. Значит, мы можем улучшить свои способности. Я не знаю, мы улучшаем способности девицы, хотя мы... Who is it? Это кто еще такой? Это говорит, это что за покемон? А вот тебе, блин, покемон. Короче, я не знаю. А, мы, то есть, выбрали какого-то от 1-3 звезды какого-то демона получили, короче. Маленького демоненка, бесенка. Вроде как. Я не знаю, он, наверное, сейчас нам будет бегать. Значит, у нас что имеется также здесь? Здесь какая-то есть подземочка, да. Подземочка мы, соответственно, берем нашего челика, которого, в принципе, лучника я и выбрал, да. И вот этот вот бесенок в 2 звезды. А там до 3 звезд мы могли выиграть. Ну, в принципе, не самый худший вариант. Мы могли еще в 1 звезду получить. Тем не менее, получили в 2 звезды какого-то бесенка. Посмотрим, что он вообще умеет. Но вообще, это получается какой-то типа персонаж, наверное, тоже. То есть,
не главный, не основной, ну, в принципе, тот же персонаж. Да блин, да сколько ж может быть диалогов здесь? Давайте вот так быстренько здесь вроде листается. И пойдем посмотрим. Посмотрим. Вау. По рисовочке очень довольно-таки интересно все это сделано. Так, может быть, здесь какие-то стрелочки. Стрелочки это, соответственно, у нас... Давайте посмотрим. Стрелочки это у нас, соответственно... Блин, что? Увеличение скорости игры, блин. Да что ж это такое-то? Жахнем, бахнем. Не знаю, что за челик вот этот такой вот выпал. Но нам надо попробовать какой-нибудь другой скилл заюзать. И по жизням. По жизням, кстати, у этого красного не так уж и все хорошо. Так, давайте вот это заюзаем. Да, и что-то как-то не особо было. Танковать, ну да, он вроде бы танкует. Хотя нет, по жизням. Это что, жизнь? Ну, жизнь вроде тогда лечится он. А вот скилл какой-то можно заюзать. Ну что могу сказать? Жахнул он нормально, от души просто навалял этому монстрику просто от души. Значит, мы также получаем какие-то ништякосы, да, это золото, и также мы атаку повысили и деф защиту, то есть вот как-то вот так вот. Ну неплохо, неплохо. Игру нарисованная такая очень приятная на самом деле, и мне она нравится. Вот. Что говорите, не говорите, конечно, играть, я не знаю, будете, не будете, все зависит от вас. Вы можете просто написать, записывая игру дальше, я просто буду писать, а вы будете смотреть ее. Возможно, будет так, а играть вы не будете. А потом, может, и начнете играть со временем. Вот. Хорошо, значит, забираем вот это вот все. Выполнили мы какой-то квест. Я думаю, что тут квесты не особо тяжелые будут и будут подсказки, потому что и вполне возможно, что будет потом далее. Я надеюсь, русский язык добавят все-таки, потому что, мне кажется, надо его здесь добавить. Надо, надо. Безусловно, надо, потому что мы собираемся, наверное, играть. И это видео будет, наверное, не последнее. Поэтому, я думаю, нужно. Также меня замучил насморк, я не знаю, что с этим делать. И мы получаем еще одного бойца, в 1-3 звезды какого-то. Кто это у нас такой? Призываем, да? Угу. Ну, тоже лучник какой-то. Тоже лучник и в 2 звезды, блин. Ну, забавно выглядит, конечно, этот лучник. Ладно, посмотрим, что он умеет вообще в действии. Выглядит забавно и мило, это иной раз не то, что нам нужно для таких игр. Нам для таких игр нужно, чтобы он сражался и защищал нам спину. А у нас у самих персонаж лучники, и мы опять же будем еще лучников, да, держать. Ну, как-то не особо. А кто тогда будет танковать? Ну, хотя есть вот этот бесенок у нас, который может. Так, подождите секундочку, я немножко отлучусь. Да, и продолжаем, на чем же мы тут остановились, я уже не помню, короче, летает книжка, говорит, девчуха вот эта, Хейл, вот, и также мы это все смотрим, Фолиант, это Флинн, как ее тут называется, книжка вот эта вот тоже с нами разговаривает, блин, ну, насколько длинные диалоги, вот честно, неизвестно, давайте быстрее вот так ускоримся, и вот уже у нас... Блин, ну как он вальяжно сидит как раз на троне того чувака, которого убили, да, который вот этот с двумя мечами был. Это, насколько я понимаю, его трон. И вот сейчас вот наш главный персонаж, которого мы выбрали, вот этот лучник, он как раз сейчас сидит на этом троне. Круто на самом деле. Вот, наверное, к этому мы и придем со временем. Значит, что у нас? У нас также есть мап, доступная карта. И нам опять показывают сюда же, мы здесь победили вот это чудище, и нам предлагают еще раз пройти и победить вот это вот что-то непонятное. Хорошо, хорошо, значит, мы также добавляем, у нас еще есть слоты, да, во второй слот давайте сейчас возьмем. И добавили, да, уже вот этого вот чувачка. Normal skill там было написано. В принципе, неплохие тоже рисованные здесь заставочки, картиночки, как, кстати, в Archeage Begins там тоже, в принципе, это было. Вот, если Archeage, может, не зашла у нас по какой-то причине, то, возможно, будет эта игра у нас поинтереснее. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас уже идет атака вовсю, поэтому сейчас валяем с ноги, прописываем. Давайте сейчас вот этот заюзаем еще скилл, потому что я его, по-моему, не делал. Не делал. Единственное, что здесь плохо, что скиллы можно пользовать только одни, да, то есть сразу вот всеми персонажами юзать не получается все это дело.
Блин, ты капля, куда сбегаешь? Попутала капля куда-то и просто щеманула. Щеманула от нас, сейчас она атакует почему-то нас, но мы вроде бы пока что стоим. Так, у нас вот этот вот скилл доступен стал. Ну, я не знаю, почему-то вот здесь вот левел 5 нам нужно, чтобы мы тоже вот этот третий скилл юзали, а здесь вообще вот этого нету, и поэтому я даже не знаю. Не знаю даже, что да как и в чем. Все? Капля развалилась, вот эта вот амеба, я не знаю, что это, как это назвать, ну, какая-то такая субстанция непонятная. Она просто сейчас взяла и развалилась. Ну, в принципе, мы получили что? Мы получили сейчас ХП и АЦЦ. Это что это такое? Вот АЦЦ я не знаю, что такое, если честно. Если ты знаешь, пиши в комментариях, что это такое, что это означает. Вот. Плюс золотишко, как я получается понимаю. Так, давайте ускоримся. Я что-то медленно жму, просто на паузе ты, в принципе, все сможешь это просмотреть. Так. Значит, мы комплект вы 1-2 сделали, потом 1-3, 1-4 есть у нас еще. 1-3 какой-то вот такой вот страшный монстр. Я думаю, на него тоже стоит сходить. Ну, мне кажется, конечно, рановато, но мы, наверное, с тобой все-таки это сделаем, попробуем. Возможно, даже это сейчас. Третий ловачок у нас. Третий ловачок, и это, в принципе, неплохо. Очень-очень неплохо. Я не знаю, куда-то у меня пропал звук. Возможно, я что-то его где-то убавил. Да, точно, у меня в наушниках пропал звук, и я пока тут убегал, он у меня это пропал. Я думаю, что так тихо-то стало? Ты молчишь, со мной не говоришь, и... Блин, и... Игра перестала со мной вообще всяко разно радовать звуком. Вот. А это всего лишь навсего у меня наушники выкрутились. Не, я думал, сбой программок или еще чего-то. Ну, не тут-то было. Так, ну... Давайте, хватит. Завязывайте. Бла-бла-бла и все такое. А, кстати, вот этот, по-моему, челик как раз сейчас с нами и тусит, да? И вот девица. Все с нее началось. И там вот, походу, наш как раз вот этот вот прошел. Челичек, чувачочек. Так, а все, что ли, мы здесь зачистили? Ну, нет, смотри-ка, можно еще, в принципе, посражаться. Единственное, что мы... Или это какая карта? Погоди. 2-1, это как раз вот эта карта, получается, не эта. Ну, ладно, раз предлагает нам здесь посражаться, давайте все-таки посражаемся здесь. Давайте отправимся. Хотелось бы еще какого-нибудь получить персонажа, чтобы уже полным коллективом ходить, полным составом. Вот. Ну и опять же, получить пятый ловачок сегодня, хотя бы, чтобы заюзать вот этот скилл наш. Вау, какая капля. Капля с короной, это... Это что за жесть? Так, мы можем поставить на авто, да? Авто давайте мы уберем, наверное, пускай он сам атакует. Я хочу позаюзать сам скиллы. Эй, хватит меня бить. Что, у нас авто стоит, нет? Нет, авто мы уберем, потому что на авто проходить это, конечно, классно, это клево, но немножко не то. Немножко не то. Так, здесь вот уже копится вот скилл, и это классно. Вот сейчас скоро мы жахнем очень сильной атакой. Так, вот тут почему единичка так медленно копится? Почему единичка очень медленно копится? Вот он. Вот он, мощный скилл был. Но нам его, в общем-то, не показали. Странно все это. А вот это процент жизни, как я понимаю, или что это вообще означает? Ну вот, в принципе, он сам заюзался. Авто же выключено. Вроде бы, да. Так, и мы победили. То есть сильная атака, и мы добили вот эту вот. Или просто это финальная добивалочка. Я так не понял, конечно. Если ты понимаешь, что то пиши. Ну вот мы, кстати, победили. Вот сейчас что-то получим очень интересно. Вот что это такое? Что-то мы получаем. 1-8, 3 звезды. Вот какой-то такой вот волк. Прикольно. Прикольно. Что это такое? Не знаю, что это такое, но я что-то заюзал. Получили мы ловачок, соответственно, вот здесь вот. И получили мы вот здесь ловачок. То есть у нас вот здесь четвертый, а здесь у нас третий стал. Хорошо. Давайте разбираться теперь сейчас в том, что здесь написано.
Здесь мы сейчас будем. О, у нас, кстати, кто-то присоединился в 3 звезды. Вот это вот же прикольно. Давайте посмотрим, что это такое у нас добавилось к нам. Класс, класс. Мне это уже нравится. Мне это уже определенно нравится, ребятки. Вот как раз вот сейчас на аватаре, вот на картиночке, был похоже наш вот этот вот лучник. Так, давайте бла-бла-бла-бла-бла. Быстренько пропускаем. Быстренько пропускаем и отправляемся, скажем так, далее. Далее. Так, хорошо, погнали, поехали, поехали, ребятки. Вау, какой ты с короны, чел, какой ты здоровый стал, это просто жесть. Растишки переел, здоровый стал чел. Почти что получился рэп у нас. Напиши, ответьте мне, да или нет. Не знаю, получилось что-то нескладное в оконцовке, ну ладно. Вот, короче, как-то так. Как-то так мы что-то прочитали. Не будем на этом заострять внимание, а будем запускать в ответ этому челику острые стрелы вот такие вот. Бам-бам, бам. Мне тоже по мордасу. Бам-бам-бам-бам. А, и здесь вот, кстати, вот этот челик, он тоже сейчас накопит спецуху. Я бы хотел, конечно, поюзать. Погодите, не убивайте вот его атаки, потому что его атаки я почему-то вообще не делал. Так, ребята, погодите, все живые, все здоровы. Блин. Все закончилось. Не получилось. Не получилось. Здесь потом дают нам, видите, какой-то осколочек, потом вот какого-то монстрика еще в одну звездочку. То есть, в принципе, стоит даже по этой карте побегать, проходить. Я вот не знаю, что мы за деньги там приобрели. Ну, у нас 4-й волочок. Четвертый ловачок. Здесь у нас что? Здесь у нас кто? Здесь мы зачистили, да? Здесь мы зачистили. А, здесь у нас что? Здесь у нас такие вот монстры. 3-3. 1-2. Здесь 4-4. То есть логичнее нам как раз, да, отправиться вот сюда. Потому что здесь вроде как их поменьше. Здесь как-то 13-13. Это что-то крутовато, мне кажется. Вот да, вот сюда. Там нам рано туда идти, поэтому отправляемся сюда. И, возможно, что-нибудь нам интересное сейчас тоже перепадет. Нам что-нибудь интересное, да, может быть, и дадут. А может, ничего не дадут. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Не понял, как это все работает еще совсем. Ну, возможно. Возможно, разберемся. Что за крыс такой? Что за крыс? Ну, игрушка веселенькая, довольно-таки интересненькая. Мне, на самом деле, она немножко даже сейчас больше нравится, чем Архиэйдж. Она как-то более так прорисована, что ли, я не знаю. Она более так интересно сделана, не знаю, вид какой-то другой камеры. Можно, конечно, вид камеры еще, по-моему, менять вот так вот, да, немножечко. То есть два вида камеры. И, в принципе, все. Так, давайте заюзаем спецуху. Сейчас попробуем вот этого челика заюзать, потому что мы... Вот этого красного уже видели сколько раз, а вот тут вот, блин, копится ему гораздо все тяжелее, сложнее. Главное, чтобы нас не вынесли. То если вынесут, то будет вообще тоскливая тоска, печальная печаль. Вот так вот. Давай, давай, копи, копи, копи. Копи, шипастый. Шипастый мордаст. О, давай, 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 давай. Что ты делаешь? И добивай. Ну да, прикольно. Прикольно. Но я ожидал все-таки что-то такое более эпичного. Ну, пойдет, пойдет. Посмотрели, да, кстати, 1.5. Вот видишь, мы двигаемся. Сейчас мы сможем по ходу какого-то монстрика еще выбрать. Я так думаю, я так полагаю. Так. Погоди, мы что-то, по-моему, получили интересное. Нет? Я понимаю, что там есть это. А где что? Где что? Так, прежде всего у нас появилась почта. Появилась почта, и нам дают всяческие разные ништякосы. Видите, всякие вот такие вот, не знаю, вот кто это? Что это? Что-то подали нам в 2 звезды. Возможно, какого-то тоже персонажика. Вот. Потом мы давайте отправимся. Вот это что это такое? Левел 11. Вот это вот что это такое? Левел 18. Вот это что такое? ПВП. Левел 15. Так, а домой мы можем как-то отправиться? Или что это такое вообще?
Так, вот здесь вот выход, как я понимаю. Да, вот здесь вот выход. Здесь, да, вот выход, и у нас вот он за вход, да, то есть ежедневный вход, вот такие нам дают ништяки плюшки. О, вот это тоже наш монстр пошел. Значит, здесь вот что-то горит у нас, давайте зайдем, посмотрим. Вот это вот что такое? А, можно типа прокачать, да, его прокачать. Ну, хорошо. Хорошо, нам предлагают его прокачать. Блин, как это все сложно. И я же могу не это. Не понять, что почем потом. Хорошо, 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 я вас понял. Можно один раз сразу прокачивать, а можно сразу 10 прокачивать. Вот как-то так вот. Но нет, не будем мы сейчас пока монетки тратить. Ну, по крайней мере, вот это вот челик у нас, он... три звезды, поэтому из всех его, в принципе, стоит качать. Ну и вот этот вот красный очень интересный, потому что он часто тоже третью спецуху быстро накапливает. Это очень круто на самом деле. Вот, то есть он у нас будет очень основной такой хороший дамагер. По вот этим двум я еще не могу сказать, потому что вот этот вообще целитель, как я понимаю, с крестиком. А это лучник, это атакующий, а это дефер, это защитник. Вот, поэтому, в принципе... Шоп, давайте зайдем в шоп, посмотрим, что у нас здесь тоже имеется. Имеется вот такие всякие прочие плюхи ништякосы, да, которые мы можем приобрести. Здесь у нас что у нас здесь, мы заходили, не заходили, давайте по порядочку. Здесь, да, у нас вот есть какие-то кристальчики. И у нас есть два кристалла таких, три кристалла таких. Давайте же, в принципе, мы сразу же откроем. Давайте, давайте. Если у нас доступны, да, почему бы и нет. 10 тысяч, а у нас есть, давайте сразу вот так и начнем нормально открывать, 3-5, потому что 3-5 это классно, это, ребятки, классно. Что у нас здесь? Девчуха-бельчуха какая-то с большой ложкой, которая, блин, любит походу пожрать очень сильно, просто-просто очень сильно пожрать. Давайте еще откроем, сразу тут, по крайней мере, мы будем уже получать нормально конкретных хороших бойцов выше трех звезд. Голем, да, какой-то, я так понимаю. Опять же, в три звезды. Ну, неплохо. Также тут закрыта способность у него. И давайте еще разочек, наверное, возьмем. Я хочу не в три звезды, я хочу что-нибудь побольше. В 4, в 5. Дайте нам какого-нибудь такого нормального. Вообще посмотреть, что здесь. Это что? Ну, не знаю, что это такое. Ну, в принципе, 0, да, у нас все больше недоступно. Недоступно, да, вот так вот. Вот так даже, вот так вот даже. Ну, вот этих, наверное, не будем брать, потому что, ну, не знаю, 1-3 это бесполезная трата золота. Лучше подкопить и взять себе нормальную команду. Что теперь нам говорят здесь? Здесь у нас много стало трехзвездочных, поэтому мы, в принципе, сейчас будем с вами брать трехзвездочных. Кого я еще только не знаю. Соответственно, вот этого дефера будем брать, потому что, ну, дефера и, наверное, вот этих вот. Логично. Ну, хотя вот это вот тоже лучник, не знаю. Посмотрим. Хотя вот это мог бы под хилы делать. Вот так вот как-то. Здесь вот какое-то древо есть тоже, которое надо будет разбираться, все это дело качать. Я, наверное, покачаю это без вас, а с вами сейчас еще давайте еще разочек сыгранем. И на сегодня мы закончим все это дело, потому что уже видосик для нового видео уже порядком мы с вами поиграли. Ну, мне на самом деле игрушка довольно-таки нравится. Так, сейчас смотрим. Смотрим, три звезды у нас кто есть. У нас есть лучник, поэтому мы вот этого лучника убираем, ставим вот этого. Что? Простите. А, это мой основной лучник был, да? Сорян. Значит, потом мы ставим, у нас получается дефер, у нас ставит дефер вот сюда вот. Ну что ты мне показываешь? Тебе не нравится. А он дает какой-то, видать, бонус. Death of All Elements дает какой-то бонус. Так, погоди. Значит, давай вот этого уберем, вот этого уберем. Немножко не так мы пошли. Значит, здесь мы что-то можем 20 штук.
Очень интересно. Очень интересно, 20 штук. Ну ладно, не надо нам 20 штук. Я не знаю, что это означает на самом деле, ребятки. А, значит, мы тогда ставим вот сюда вот этого, а сюда мы поставим... Либо можно поставить 2 дефа, да? Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Сюда поставим еще деф. А сюда поставим уже... Блин, нет. Нет. Не катит так. Не катит. Давайте вот так вот. И все-таки сюда вот лукаря поставим. Вот таким вот образом. Хотя вот здесь, видите, почему-то здесь вот у нас появилась какая-то вот такая вот нить. А там у нас нету. Вот вопрос, почему, спрашивается. Давайте посмотрим по юзам, что, допустим, мы сюда можем еще поставить. Вот этого ставим, да? Нет, видишь, ничего не происходит. Я не знаю, что это такое. Здесь вот сейчас срабатывает. Что-то срабатывает. Что-то срабатывает, ребятки. И вот это что-то должно, походу, срабатывать. Тогда надо вот так вот делать. Тогда делаем вот так, и тогда так и отправляем. Конечно, хотелось бы на девицу еще взглянуть. Но в любом случае, если ты знаешь, что это такое, то пиши в комментарии, мы это все дело подправим. Потому что взяли мы, получили новую какую-то девицу с ложкой, да, с большой. Которая бы всех съела, да, вот эта белка. Ну, блин, нас почему-то говорят, что... нет, там не будет бонуса тебе, не. О, какой страшный монстр. Какой страшный монстр, которого мы сейчас с вами победим. По-любому победим, потому что, видите, здесь вот у нас уже три персонажа копят вот эту спецуху третью. И это, прикиньте, это какой будет дичайший дамаг. Единственное, что наш дефер почему-то уже это начинает сливаться. И это меня уже немножко начинает пугать. Потому что, блин, деф должен быть деф хороший. Так, смотрим. Я пока говорю и юзаю всякие способности, вы их, конечно же, смотрите, потому что... А иначе, может быть, что-то потом и не получится все это дело сделать. Потому что, ну, я не знаю, вот этого мы уже смотрели, того мы уже тоже смотрели. У нас только новый вот этот вот лучник добавился. Возможно, надо поменять команду просто-напросто, и все. Так, что у нас? У нас накопился вот тут спецприем. Погодите, не добивайте его, все живы, давайте посмотрим. Посмотрим, тут мы еще не смотрели, что вот это умеет. Я не знаю, что это такое, это элемент, не элемент, кто это такой. Дух какой-то, потому что он какой-то на духа похож на самом деле. Но опять же, и в то же время и не похож. Поэтому есть какие-то мнения об этом, пиши. Вот, что за ушастый глазастик? Тоже какой-то дух, не дух, не пойми, что это такое. А, квест. Квест. Мы получили вот это вот тоже существо в одну звезду. Ну вот, вот это вот. Волки. Мне кажется, нужно будет по-любому волков получить. Будет прикольненько, наверное, все это дело. Классно. Так, хорошо. Пятый ловачок, ребятки, пятый ловачок мы получили. И у нас тоже теперь появляется вот этот вот третий скилл, вот эта вот спецуха. И это, блин, ну клево, классно. Единственное, что мы все-таки на сегодня, наверное, будем сейчас заканчивать после вот этих диалогов. Если там есть что-то открыть, мы, соответственно, откроем, ну, стоящее. То есть, если там просто 1-3 звезды, которые мы не стали открывать, то мы не будем открывать. Если будет что-то интересное, так давайте ускоримся, то, соответственно, мы откроем. Ну да, добавили вот этого... А что это означает? Короче, с этим надо, ребятки, разобраться. Если кто-то что-то знает, то, в принципе, вы пишите. Возможно, можно вот этих вот однозвездочных, там, вот, не знаю, 20 вот этих, нафига их 20, разбирать и качать. Вот здесь у меня 2. А, 2, погодите. Нет, я думал, он прокачанный. Нету, не прокачанный. Моего главного персонажа можно, в принципе, тоже прокачать каким-то образом. Вот, видите, атака 35% получается. Здесь ХП 15%. А здесь критикал. Ну, криты, походу, на 12% выше, как я понимаю. Скилл и эффект чего-то там... 20%, вампиризм 35%, как понимаем, будем восстанавливать жизни, деф 15%,
То есть, ну и в принципе следующие другие навыки. Также есть здесь инфо, да, давайте полистаем, посмотрим. Инфо у нас вот самый главный персонаж, он сейчас идет в 4 звезды. Соответственно, его можно потом в дальнейшем прокачать. Также вот его можно, в принципе, здесь поворачивать, что когда вот... Мне нравятся игры, где можно все это дело со всех сторон осмотреть. Это очень-очень классно, это очень прикольно, мне так кажется. Вот. Поэтому. Вот она вот эта девчуха. Один глаз, кстати, у нее как будто, не знаю, стеклянный, видите? Он просто светится. Просто-просто светится. И сумка, шишка вот эта вот, желудь, блин, ну прикольно. Неизвестно, почему у нее, конечно, уши синие и хвост. Может, она уже того, полузомби. И с ложкой бегает и кричит «Мозги!». Ну, возможно, может, это не так. Что это такое? В принципе, это можно все почитать. Скиллы, руны... Вставляли мы как раз какие-то руны. Что за цветочек? Ну это явно типа похоже на какой-то цветок. Цветок людоед какой-то. Ну вот этот огненный писенок, демоненок. Он прыгает. Он просто прыгает, ему кайфово, ему весело. А это я даже не знаю кто. Вообще без понятия кто такое. Это как этот, во «Властелин колец» был вот этот, который там «Моя прелесть» говорил. Вот на него похож. Это вообще какой-то цыпленок, коль того пошло. Какой-то цыпленок, ну без клюва. Вот, с листиками на голове. Что я могу сказать? Решать тебе, что, как игра тебе понравилась, не понравилась, пиши в комментариях, ставь лайки. Для лайки, прежде всего, я говорю, ставите вы для меня. То есть понравилась вам, не понравилась игра, вы в любом случае ставьте лайки вверх, потому что это прежде всего мне приятно. То есть вы не оцениваете игру, а оценить игру как раз пишите в комментариях, что ты думаешь о самой игре, и пиши в комментариях, что ты о ней думаешь, да, и пояснение, почему она тебе все-таки понравилась, почему не понравилась, почему ты будешь в нее играть, почему ты не будешь играть, и это будет гораздо понятнее, чем ты просто поставишь дизлайк, и я не знаю, что это такое, то ли эта проблема была во мне, вам не понравилась, и я там по какой-то причине, либо вам не понравилась игра, поэтому пишите лучше все в комментариях детально. Вот, на сегодня это все. Соответственно, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, кто еще этого не сделал. Кликайте на колокольчик, потому что проходят периодически стримы. Также вот вчера был стрим, да, проходил. Кто-то знает, кто-то не знает, кто-то увидел, прочел информацию. Также подписывайтесь в группу ВКонтакте, чтобы следить за теми же стримами, потому что я стараюсь... оповещать в первую очередь в своих группах. Если вы не знаете, где группы, значит, находите меня, и я вам дам скину ссылочку. Найти меня можно, соответственно, также на канале, есть там сбоку, справа, внизу. Мы ВКонтакте, туда кликаете, вы попадаете как раз в группу ВКонтакте. В принципе, меня там тоже можно найти, и вот как раз вступайте туда, там информацию о стримах я стараюсь сразу же выкладывать. Ну и опять же, и туда выкладываю всем, делаю ссылки на видосики. Вот. Всем, ребятушки, спасибо, всем пока и до встречи. Удачного вам дня, вечера или там утра, что вот, какой у вас утро или вечер или день. Всем пока.